Теоретический курс подготовки является важнейшим этапом обучения в автошколе. От уровня его преподавания в значительной мере зависит поведение будущих водителей на дороге и безопасность дорожного движения. К сожалению, за последние полвека технология обучения практически не изменилась. Основными инструментами обучения в большинстве автошкол по-прежнему остаются картонные плакаты, магнитная доска и художественные способности преподавателя. А вот технология ближайшего будущего. Изображение высокой четкости на большом экране. Возможность работать руками. Современная компьютерная графика. Полная интерактивность. Анимация и видео. Возможность создавать и редактировать уроки. Полная замена плакатам и стендам. Как это достигается? Сочетанием двух высоких технологий – интерактивной доски и специального программного обеспечения. Интерактивная доска – это устройство, позволяющее преподавателю объединить два инструмента – экран для отображения информации и обычную маркерную доску. Для работы с интерактивной доской не требуется специальных навыков или знаний. На нее, как на экран, проецируется изображение от любого источника – компьютерного или видеосигнала, с которым вы теперь можете работать прямо на поверхности доски. Манипуляции осуществляются простым касанием поверхности. Доска позволяет показывать слайды, видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске. В реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте. Программный продукт «Интерактивная автошкола» предназначен для проведения групповых занятий среди слушателей автошкол категории А и Б. Программа содержит все обязательные для теоретической подготовки демонстрационные материалы, а также множество дополнительных. С помощью интерактивной галереи можно сымитировать практически любую дорожную ситуацию, выбрав нужные объекты из библиотеки и разместив их в рабочей области. Каждый объект галереи можно вращать, масштабировать и перемещать. Модуль «Плакаты и стенды» содержит в себе плакаты по ПДД. В модуле «Тесты» содержатся все экзаменационные вопросы по ПДД с последними изменениями. Вопросы сопровождаются красочными и наглядными иллюстрациями. Модуль «Учебное видео» содержит видеоролики, демонстрирующие правила выполнения упражнений на автодроме. Не имеющий аналогов учебно-методический комплекс «Интерактивная автошкола» станет наилучшим инструментом демонстрации материала и помощником в процессе преподавания для любого инструктора. Вы можете приобрести только программу и использовать с теми средствами отображения, которые есть в вашей автошколе. Например, большой монитор, телевизор или проектор. Но мы рекомендуем полный аппаратно-программный комплект под ключ. Интерактивная доска, компьютер и программное обеспечение. Наши специалисты готовы предложить широкий выбор и гибкие цены. Вам понравится работать с нами. Добро пожаловать в «Форвард».